почему и мне не быть бы президентом? Я как страны моей советской гражданин. Мою кандидатуру в соцсетях контентом подписчики поддержат как один. Приложу к выборам старания и силы. А может, будет президент из-за меня? Быть может, партии все за меня отныне, что президентом будет не Собчак, а я. Подам заявку, что пока еще не поздно. Пускай там Галкин, Орган злостью и зайдут. Прибегнут к юмору, чего от них угодно. А за меня все высоки страны пойдут. Я с Сеней Собчак попробую тягаться. Моей поддержкой станет лично президент. Соперники лишь только будут ухмыляться. Пусть эта новость облетит весь белый свет. Пускай от зависти в Дзержинске власти лопнут, что я соизволил президентом лично стать. Иду я в президенты без бабла и голым, и обо мне страна должна вся это знать. Вот так вот, люди добрые, избиратели мои дорогие, голосуйте за меня лично, за доктора Лешего. Вот так вот, президентом буду я. Спасибо всем за внимание и понимание. Вот так вот, спасибо.